Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья. Перед вами новый свеженький выпуск рубрики «Разоблачение фейков в PUBG», в которой мы с напарником проверяем, а главное разоблачаем различные видосы по PUBG со всего ТикТока. Эти ролики присылают нам наши подписчики, отмечая меня под ними. Так что если вы нашли странный ролик, тегайте меня в комментариях, и скорее всего он точно попадет в выпуск. И да, ребят, я знаю, что вам очень нравится, когда ролики выходят часто, поэтому в последнее время стараюсь выпускать побольше видосов. Если вам не сложно, то в качестве ответа жду от вас лайк под видео и любой комментарий в поддержку канала. Все это очень хорошо продвигает ролики, так что заранее вам большое спасибо, ну а мы начинаем выпуск. Больше 500 машин ждут тебя. В Танкс Блиц подарки всем новым игрокам до конца марта. Играй один или с друзьями. Сражайся во льдах и пустынях. Стань мастером по отрыву башни. Сделай свой танк уникальным. Покажи себя в Танкс Блиц. Скачивай игру, регистрируйся, забирай подарки и отправляй в ангар противников. Первый на сегодня ролик связан с ивентом, который убрали буквально пару дней назад. Тем не менее, это не повод его не проверять. Так что давайте посмотрим ролик, обсудим с напарником и полетим на проверку. То есть с помощью этого бага ты можешь убирать оружку, если не нравится выбор, который тебе дает рандом. И еще раз попробовать, не тратя способность. И уже выбрать ту, которую тебе надо, типа, чтобы тебе повезло. Понял. Вот, я думаю, что если не фиксанули оперативно, то должно работать. Потому что, в принципе, баг реально прикольный. Можно так себе, там, дождаться, когда гроза выпадет. Ну так-то да, справедливо. Го, попробуем. Ну, да, давай, посмотрим, давай. Так, ну смотри. А, что получается, открываем инвентарь. Значит, кладем сюда М762. Вот у нас есть гроза, М-ка, АУК и пулемет МГ-3, по-моему. Давай тоже клади. В удачный карман. Так, положил. В удачный карман. Чё, пробуем? Давай, я нажимаю превратить и смотрим рулеточку. А, давай, подожди, только смотри, у меня есть... Подожди, она прям моментально это сработала. Я просто не успел выбор, типа, когда зафиксировать, когда это случится. Сейчас эмочку положу, ну-ка. Так. Налюбил его какое-то произошло, блин. Да, у меня этот МГ появился. И у меня МГ появился. Так, ну давай посмотрим сейчас. Вот я запускаю. Да, это о, работает. Это работает, это реально. Работает. У меня вот я сейчас руки, у меня получилось. Да, у меня сейчас тоже коряк должен был выпасть, но я это не взял его. Я вот за ФАМАЗ закидываю, я нажимаю превратить, вот у меня крутится он, и я на секундочке, на полсекундочки нажимаю, типа выбрасываю из инвентаря и все. Да. Ну-ка сейчас еще разок. Ага. Да, сейчас СЛР должна была выпасть. Капец, работает такая тема. Но тут прям типа надо очень это быстро делать, чтобы успеть. Так что тут на реакцию прям. Да. Но вот таким способом можно все-таки пофармить себе что-нибудь. Короче, баг реально работает. Можете брать на заметочку и таким способом себе фармить любой предмет из того класса, который вы туда заложили. Схема да, это тест, обкатанная. Тест на реакцию и на внимательность. Будьте внимательны. Попробую не засмеяться, челлендж. Да. Так что, когда такая механика снова появится в одном из ивентов, а я уверен, рано или поздно это произойдет, можно будет брать на заметку. Ролик не фейк, а мы летим дальше. Второй видос на сегодня также из мобильного PUBG. И конкретно он очень хорошо залетел в ТикТоке, потому что отмечали меня под ним особенно часто. Давайте посмотрим, что там, и отправимся на проверочку. И чё? Неплохо. Угу. Неплохо. Еще если перелетел остров практически. Ну, точнее, реку, вот это вот, море, океан. То есть тут, по сути, слушай, и мост мне кажется, нужен. Что так далеко не улетишь ты. Ты еще заметил то, что там пуля, типа, медленнее, чем он прилетела? То есть он выстрелил, да. Типа? Мне кажется, что какая-то здесь очень странная темка. Я тоже не знаю. Но, в принципе, мы так бустились еще с DreamPub, я помню. С маяка, типа. Там шанс был 1 на 100, наверное. Возможно, тут так же. Го, пощупаем вообще, реально это или нет. Ну, давай попробуем, но мне кажется, что нет, как-то не верю я почему-то. Ну, посмотрим сейчас. На усилие вот это ускорение такое. Там и горки-то особо никакой нет, чтобы так ускоряться. Ну, да. Давай, я разгоняюсь, я вроде нашел это место. Ну, готов? Давай.
Давай, как с добрым утром в теплой ванне. Сейчас попробуем. Ох, тут главное правильно сейчас выпукнуться. Вот в чем прикол. Попробуем. Вроде я наметил, там кустик есть определенный. Так, что-то не туда куда-то прикатил. Вот тут, знаешь, это главная проблема с этими ландшафтами, то что ты, короче, не всегда видишь, где конкретно надо прыгать. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорошо летим. Правда, не так далеко, конечно, но... Что-то есть, слушай. Так, я увидел. Ты видел это, да? Да. О, слушай, нормально пролетел, кстати. Нифига себе. Так, ну... 115 где-то. Ой-ой-ой. А сейчас-то жиденько получилось. Ну, теперь будет она. 40 лет теперь будем пытаться. Вот мне тоже так кажется. Куда-то поехать. Тут всегда с этими трамплинами каменными, это рандом полный. Что на общагах там прыгали, что вот тут, ну это прям... Трампамплин. Как карта ляжет. Что же? Да почему так-то? Вдали там что-то бултыхается, машин там летает, да, что-то да. И причем я сейчас хп не потерял, прикинь. Я просто думал, что это хороший лайфхак, чтобы перелетать типа вот этот вот океан. Но походу проще по мосту проехать и надежнее будет. Ей-богу. Да что такое-то, а? На дерево залез, понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой! О, хорошая! Попадай! Хорошо летим прям! Попадай! Есть! Ты капец лодку четко поставил прям, я прям в нее отрикошетил. Кайф, у меня все записано. Блин, чисто Карлсон вылетел из сосен. Причем ты заметил, ты под водой прям это четко, прям как на видосе проплыл до берега. Ну, меня отрикошетило. Если бы вот не рикошет, я бы еще дальше бы улетел под водой. Прям прогладил бы. Ну, вообще кайф. А так работает, не фэк. Примерно с 6-й попытки, но все же получилось так запуститься и перелететь пролив. Так что при безвыходной ситуации вполне себе можно взять на заметку. Ролик не фейк, идем далее. На очереди третий ролик на сегодня, который может вызвать легкое чувство дежавю у тех, кто смотрел предыдущий выпуск. Внимательно смотрим видос, обсуждаем с напарником и вылетаем на проверочку. Причем это тот же тип домов, где мы сто потолок простреливали, так тут теперь простреливают стену. Даже, по-моему, в том же помещении. Да, это тот же самый дом, вот этот красный кирпичный. Кто подрядчик? Кто строил такое? Все, понятно, да и работает. Да я думаю, тоже не фейк. Не ходи, конечно, все нормально будет. Давай, ну, сейчас давай. Быстренько. Так, вот это место. Вот так касаемо тайная комната, где нет прохода. Я ничего не подозреваю. Ничего не подозреваю, стою, как всегда, в этом толчке. Так, сейчас я посмотрю, где он в толчке стоит. Да вот тут он стоял. А, вот тут стоит, здесь. Да? Ага. Вот прям вот так. Ну пусть стоит пока, давай. Ну предположим, да. Ты ничего не подозреваешь, а тут... Ничего не подозреваю, я стою, смотрю дигл. Так. Дигл интересный у меня в руке. Ой, ФАМАС еще подобрал я, это круто. А, тут смотри, видишь, какой прикол, короче. Я это самое... Не могу какой? Подойти, потому что он дуло вниз убирает. Видишь? Но это ничего, мы сейчас можем быстро попытаться это сделать. Пробую встать, прям вот вплотную. Ну давай. Бдул торчит через стенку. Появляется. А, да? Да. Ну-ка вот так вот. Ой! Что это было? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, сейчас. Перезаряд. Ну-ка. Перезарядочка. Сейчас. Так. Тут просто тайминг надо ловить, короче, это. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не, ну это вообще, это легендарное было. Короче, вот этот вот туалет, который здесь, я не знаю, что это, ванная комната, это просто имба какая-то. Тут можно и вот так стрелять, и сквозь стены стрелять. Ну просто, лучше сюда, короче, не заходите. Вот такие вот дома киткатного типа. Это не одобряем. Да, как и через потолок, через стену тоже можно простреливать врага. Опять-таки, думаю, в катке такое маловероятно, но если вы знаете, что враг точно в этой комнате, можно попробовать его прошить. Идем дальше. Ну и последний, четвертый ролик на сегодня. У нас здесь снова мобильный паб и, кажется, неоднозначный видос. Предлагаю его посмотреть, обсудить и отправиться на проверочку. Человек просто берет и в полете хватает своего тиммейта нокнутого, и в полете его уносит за дерево отхилить.
Ну да, давай, давай попробуем, давай. Давай попробуем, интересно, давай. Мне кажется, учитывая, что мы ловили так тиммейта с крыши, должно работать. Ну да, анимация сработает, возможно. Да. Ну давай проверим, может быть, уже не работает. Может быть, починили. Ну давай. Мне кажется, тут чинить-то особо нечего. Больше фича, наверное, чем баг. Так, что попробуем? Вот давай. У нас есть ситуация, такая же аналогичная. Вот дерево, вот у нас напарник под врагом. Я вот кисанский. Да, я как бы такой думаю, блин, что делать, надо как-то быстро сюда перенести. Так подбегаю, короче, вот так вот. Так, я прыгать сейчас не смог. Произошел затуп какой-то, затуп, да? Затуп, да. Может, надо сначала прыгнуть, а потом нажать, ну-ка. Должно получиться. Далековато, наверное, прыгаешь. Кстати, возможно. Нет, не прожимается. Пофиксили, получается, что ли? Подожди, рановато говорить. Подвинься чуть-чуть правее. Вот так, да. Блин. Короче, надо сначала, видимо, прыгнуть, потом поднимать. Не успеваю прыгнуть. Ну да, хрень какая-то. Сейчас, подожди. Так, мне надо поднять, то я сейчас вообще упаду. Причем на телефоне это еще сложнее будет сделать. Тут хотя бы кнопочки можно прожимать. Да-да. О! Ну вот как-то так это и выглядит, походу. Обалдеть. Да. Ну, получается, что-то рабочая схема-то. Чисто пришел, забрал, унес. Да. Тут, короче, главное прыгнуть, а потом уже прожимать. Потому что иначе он просто стопорится. Ну, тоже раз на раз не приходится, да. Как-то это... Ну, просто надо потрениться, потом нормально будет. Ну, да. Во, опа, и все, и понес. Сейчас кайф было. Только даже у меня дальше там получилось прыгнуть. Не фейк, получается. Не фейк, да. Также вот можно из воздуха спасать. Кто видел видос предыдущий, тот поймет. Кто не видел, посмотрите. Как вы убедились, такая фича работает и в метро режиме, и в обычном. Так что рекомендую натренироваться и смело брать ее на заметку. А на этом у меня сегодня все. Так получился видос, если вам понравился, был вам интересен и полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. А с вами был я, Илья Кесеникс и Артем Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.